Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня мы с вами будем сравнивать вкусы двух чокопай. Это у нас оригинальные Орион. И здесь у нас латте копия. Наверное, так ее можно назвать. На вид они здесь одинаковые. Здесь также одинаково написано чокопай. То есть, в принципе, все похоже. Составы. Ой, тут такой мелкий шрифт. Составы я попробую найти и написать вам в описании. Или в комментарии, скорее всего, оставить. Насколько они отличаются, если кому-то интересно, посмотрите. Так, давайте вытащим. Чокопай. Одна. И вторая. Так. Ставим. Это оригинальный, это копия. Здесь вот написано латте и орион. Выглядят, кстати, они одинаково. Здесь 28 грамм, а здесь у нас 30. То есть даже тут 30 грамм, а тут 28. Чуть-чуть, но не доложили. Капельку совсем. Так, давайте возьмем тарелочку. И все это на тарелочке сейчас с вами посмотрим. Так, давайте откроем сначала вот эту. Так, теперь оригинальная. В этот раз она хорошо открылась. Когда я делала на нее обзор, она просто вся изорвалась и поломала даже печеньку. Так, на вид они, конечно, отличаются. Да, упаковка прям порвалась. Отличаются. Здесь как будто меньше шоколада. Здесь как будто он более распространен. А, ну здесь вот это вот даже по ширине немножечко пошире, чем это. Поэтому, ну, как раз здесь 2 грамма больше. Хотя 2 грамма, мне кажется, это вообще ни о чем просто. Пошире, потолще прям она такая, как будто это прям конкретно неровная. Здесь тоже видно, что вот этот вот уголок торчит. Если взять вот так вот, ну да, видно, что она съехала конкретно. Здесь тоже одинаково, в принципе. Давайте их разрежем. Посмотрим. Опа, что-то режется тяжело вторая. Так. Тут, кстати, вот это вот более темная у нее печенька, да, или как это можно назвать, хлеб. Короче, вот это более темно, чем у этой. Давайте сейчас вам поближе. Ай, падают они у меня, падают. Поближе вам покажу. Сама белая прослойка. Здесь она побольше кажется. Ну, пошире, по крайней мере, кстати, она здесь кажется. А здесь поуже, но подлиннее. Даже на вид, кстати, они отличаются. Здесь вот как будто он более такой, как будто его придавили. А вот здесь он кажется, как будто он поменьше размером, но более как будто высокий. Хотя этот высокий. Так, давайте попробуем сначала с вами вот этот. Это у нас латте, напоминаю. Пробуем. Она обалденно вкусная, не приторная. И самое интересное, у нее вот эта вот белая прослойка просто обалденная. То есть ее разжевываешь, и даже на языке остаются какие-то маленькие такие вот кусочки, недожеванные этой вот белой прослойки. Ну, блин, она просто обалденно вкусная, ее хочется тут только одну есть. Она вот прям реально обалденная. Остается приятное послевкусие. Такое вкусное. Нежное, которое хочется съесть такую чокопайку еще.
Хочется съесть еще и еще. То есть, блин, она обалденно вкусная, прям мне нравится. Самая такая классика среди чикапай. Так, теперь давайте попробуем Орион. Оригинальные. Что же они нам скажут, покажут? Пробуем. Честно, знаете, чикапай Орион, они более какие-то непредсказуемые. До этого сейчас я делала на них обзор, эта белая прослойка просто как-то исчезла, она была какая-то вообще никакая. А сейчас я ее пробую, она более тягучая вроде поначалу, а потом в какой-то момент она как будто исчезает, как будто ее там и в помине не было. Потом вроде начинаешь ее искать, и что-то там подобное, такое тягучее, там что-то там находишь. То есть, блин, как-то вообще непредсказуемо. Они немножко, кстати, слаще, чем латте. Ну, такие тоже вкусные. Но слаще. Слаще вот как-то это... Как-то непривычно, наверное, скорее всего. От того, что слаще, конечно, хочется и запить. И хочется запить, еще больше запить. То есть, если латте вы скушаете, вы можете вторую, третью, пятую, десятую съесть, как бы нормально. А тут обязательно запить надо чем-нибудь. Так, у этих я предлагаю попробовать только одну прослойку. Так, если, конечно, мне получится достать отсюда. То, ради чего мы с вами собрались тут. Хотя нет, конечно, мы собрались с вами не ради прослоек, но они мне безумно нравятся. Вот я ее отделила почти. Такая она растягивается. Смотрите, как она растягивается здорово. Прям это напоминает слайм, знаете, хочется вот ее снова. Вот, какая-то такая вкусняшка. Давайте попробуем ее. Сладкая, нежная, воздушная. И быстро исчезает. Быстро довольно она прям пропала. Но жевать ее было удовольствие. Неприторно сладкая, кстати. Прям хорошо. Так, здесь у нас прям неровная такая. А? Хорошо отделилась, кстати. С той стороны. Но прослойка здесь более темная, хотя на фотографии там белая. Почему она так хорошо отделяется, интересно. Хотя здесь тоже белая. Так, растягиваем. И быстро порвалась что-то. Да, она быстрее порвалась, чем там. Пробуем с вами Орион. По-моему, может быть такая же, как и у латте. Быстро исчезла. Сладкая. Может быть, совсем чуть-чуть воздушная. Блин, ну вот это реально вкусно. Не знаю, привыкли, может быть. Но она вкуснее. Напишите в комментариях, что выбираете вы. Какая чикапай вам больше нравится? Латте или Орион? Какую вы покупаете? Какую пробуете? Пробовали ли вы их две? Сравнивали, может быть, по вкусу? После вкуса остается, но она приторно-сладкая и хочется запить. И когда запиваешь, понимаешь, что ты уже больше не чувствуешь этот вкус. То есть, а тут, если ты ее съел, и ты потом еще там час, ну не час, конечно, меньше часа можешь ходить со вкусом чикапай во рту. То есть оно какое-то остается. Сложный выбор, но вот это вкуснее. Мне больше понравилось. Вот, напишите свои комментарии, отзывы обязательно напишите. Обязательно ставьте лайки. Это сравнение я делала для вас. Напишите свои также в отзывах ваши вкусовые какие-то там необыкновенные слова, как я вам пытаюсь чего-то там внедрить.
как-то, ну, вернее, опишите, да, опишите свой вкус там, ну, как и вы это сможете сделать. Также смотрите наши другие ролики, влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся, обзоры на технику, обзоры на продукты, которые выходят через день. Также у нас на канале есть кулинария, живопись, фоны. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!